Игнорирование острой боли. Небольшой и средний мышечный дискомфорт – это неотъемлемая составляющая тренировочного процесса, когда вы заставляете мышцы работать более напряженно, чем они привыкли. Но вам следует понимать, как распознать дискомфорт, который сигнализирует о каких-либо нарушениях. Не оставляйте без внимания острую боль, которая возникает внезапно и не проходит после завершения тренировки. В случае сомнений не откладывайте консультацию у медицинского специалиста или спортивного тренера. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!